Сергей Александрович. Здравствуй. Голубчик. Гаврила. Не нужно, Гаврила. Ой, а вас уж так здесь ждали. И Егор Ильич все беспокоился, когда же вы приедете. Ну, будет, будет, Гаврила. Я получил от него письмо, потому и приехал. Ой. Ну, а где же дядюшка? Мужичков принимает. С поклоном пришли. Прослышали, что ваш дядюшка хочет всю Капитоновку Фоме Фомичу пожертвовать. Целых 70 душ ему выделить. Так отмолиться хотят. Вот Егор-то Ильич их за конюшнями и принимает. Да зачем же за конюшнями? Опасается, батюшка. Кого опасается? Ну, Фомы Фомича. Что такое? Признаюсь, я уже слышал в Петербурге, что у вас в Степанчикове происходят удивительные вещи. Но я никак не верил. Кто же такой этот Фома Фомич? Откуда он взялся? Как? Вы ничего не знаете? Матушка Егора Ильича вышла замуж во второй раз за генерала Крохоткина. Так. А Фома-то Фомич при генерале проживался. Угу. Кто такой? Откуда покрыто мраком? Ну, а когда генерал помер, бабушка переехала сюда в Степанчиково, а вот вместе с ней-то и Фома Фомич. Хоть и достойная женщина, а зачитал он ее совсем. То есть вот как есть бессловесная женщина сделалась, хоть и превосходительством называется. Стал быть, он живет у дядюшки просто как приживать. Из хлеба. Ну уж это как вам угодно понимать, а только завладел всеми и вертить куда захочет. Да я вам такое расскажу. Ну-ка. Ну-ка, Гаврила, садись. Сегодня с утра из-за чего сыр-бор разгорелся. Угу. Завтра праздник Ильи Пророка. Илюшенька, сынок-то дядюшки, именинник. Так. Так Фома Фомич 8-летнему мальчику в тезе именинстве позавидовал. И я, говорит, именинник. Ведь будет же Ильин день, а не Фомин. Да, да. Нет, говорит, я тоже в этот день именинник. И что бы вы думали, сейчас все шепчутся, как быть, поздравлять его завтра или нет. Пропасть. Сколько сюда этого дамского пола понапихало с чистой садом. Вот и мычем мы все горе. Я сижу здесь, да за клумбы сигаю, когда он проходить изволит. Да чего же ты-то боишься? Урока давеча не знал. Фома Фомич на коленки ставил, а я не стал. Старый я, батюшка, стал, чтобы надо мной такие шутки шутить. Какого урока? Да вот, голубчик, вот. Вот. Ничего не понимаю. Тебя начали учить французскому языку? Учат, батюшка, на старости лет. Как скворца. Вуй, мусье, парле. Ты, Господи. А кто ж тебя учит? Сам Фома Фомич. Это он написал французские слова русскими буквами? Он, батюшка. И такому человеку в руки даетесь. Ну не стыдно ли, Гаврил? А как же иначе? И Егор Ильич тоже серчает. Он, говорит, о твоем образовании заботится. Произношению тебя учит. Ну вот и хожу, твержу. Фома Фомич к вечеру
опять обещал мне экзаментик сделать. Один вопрос, Гаврил. А каков он с собой? Видный, высокого роста. Фома Тофанович? Да. Плюгавенький человечишка. А вот поди ж ты. Однако все это похоже на бедлам. Ну хорошо, Гаврил, ты подожди, все уладится. Ну? Даже непременно обещаю тебе уладиться. Но где же все-таки дядюшка? О! Вот он и сам. Дядюшка! Дядюшка! Сережа! Милый ты мой! Какой же ты стал молодец! Ну вот, дядюшка, я и приехал. Признаюсь, вам письмо ваше меня так удивило. После, друг мой, после. Господи, как же я тебе рад. Хотелось излить, так сказать. Да ты ученый, ты один у меня. Ты и Коровкин. Коровкин? Друг мой, надо бы заметить, на тебя здесь немножко сердятся. Маменька и Фома Фомич немножко. Фома Фомич? Помилуйте, дядюшка, да как же может сердиться человек, если он меня совсем не знает? Ну, друг мой, ну кто же без недостатков, ведь не золотые же мы, да? Да. Сергей, как я тебе рад. Хотелось излить, так сказать. Ой, как это меня все беспокоит. Только бы все уладилось. Хорошо, идем, идем в дом, я тебе все расскажу. Идем. Ну, Гаврила. Ну хорошо, дядюшка, идем. Идем. А мы тебя днем ждали. В дороге задержался, дядюшка. Это Фома Фомич? Он, Сережа, Фома, останется в столетии ближайший друг генерала Крохоткина. Да, достойнейший был человек. Состояние, правда, не оставил. Но зато весь был изранен, словом, стяжал уважение. Да, а Фома при нем, но он и сам. Да, вот слушаешь его, ну, сам знаешь, ты ничего не понимаешь, а все как-то сердцу любо. От чего? От того, что здесь польза, здесь ум, здесь всеобщее счастье. Словом, писатель. А что же он пишет, дядюшка? Ну, сочинение, брать сочинение, да, производительных силах каких-то. Сам говорил, наверное, бурда. Ну, в благородном смысле, конечно. Ну, что-нибудь из политики. Ты подожди, Сергей, ты подожди. Вот грянет его имя, тогда и мы через него прославимся. Вы, дядюшка, как я погляжу, готовы каждого наградить во все добродетели. Ну вот, ну ты сразу и в критику. Ну хорошо, дядюшка, оставим Фому Фомича. Mm. Я с вами о деле хочу говорить. Mm. Признаюсь вам, письмо ваше меня так удивило. После, друг мой, после. А зачем же после? Уж лучше теперь все узнать. Ой, я право затрудняюсь, с чего начать. Ведь я, так сказать, изнурен. Живьем съеден. В письме вы предлагаете, признаюсь, меня это поразило. Вы просите, чтобы я сделал предложение гувернантке детей ваших? Настасье Евграфовне, такое предложение, дядюшка... Ладно, сознаюсь тебе во всем. Тут вот какая история. Они все, маменька и Фома Фомич, вообразили, что я влюблен в Настеньку. В Настасью Евграфовну? Ну да, в Настасью Евграфовну. Рехнулись они все, да и только. Я смотрю на нее, как на дочь, не иначе.
Да мне даже стыдно было бы смотреть на нее иначе, даже грешно. Я старик, а она цветочек. А они не верят. Думают, что я влюблен, жениться хочу, словом, стремлюсь к погибели. И вот чтобы спасти меня, решили ее изгнать. Изгнать? Да. Ой, сознаюсь уж тебе во всем. Тут есть еще причина. Маменька, а главное Фома Фомич, хотят, чтобы я женился на Татьяне Ивановне. А это кто такая? Татьяна Ивановна? Дальняя родственница, гостит. Девица не молодая, в этом надо сразу признаться, но с приятностями девица. Богата, братец, так, что два Степанчикова купит. Вот они и хотят, чтобы я женился из благоразумия для всего семейства, видишь ли. А я не женюсь. Не женюсь. Я уже себе слово такое дал. Но это значит, я должен прогнать Настеньку. А как я могу? Ее жена, моя ангел, покойная, любила. Она мне ее как дочь завещала. Я ей и образование дал. Она и по-французски, и на фортепиано, и книги. Она детей моих воспитывает. А тут прогнать. А если бы вот ты сделал предложение Настеньке, они бы уверились, что я не имею на нее видов, вот и осталась бы она тогда с нами. Вот почему я тебя так и ждал, тебя и Коровкина. Коровкина? Но, ой, друг мой, это такой человек, это... Ну, такой человек, я с ним на станции познакомился, как про семейное счастье говорит, побеждающий человек. Я думаю, что вы вдвоем их и урезоните. Но согласитесь, дядюшка, подожди, все это так странно. Подожди отказываться, подожди. Вот ты увидишь ее, и все. Я понимаю. Я понимаю. Это дело тонкое, вот, но я хочу поступить как честный человек, и ты женишься. Ты на ней женишься, если есть в тебе хоть капля благородства, и довольно, довольно, ни слова больше, ни слова. Главное, чтобы ты теперь здесь всем понравился, произвел впечатление. Да как, дядюшка? Ты не бойся, у нас здесь все свои. Ну, это мамаша. Помнишь мамашу, нет? Да. Ну, добрейшая, благороднейшая женщина. Ну, правда, иногда это скажет как-то так. Фантазии, да, вот на меня теперь сердится. Да. Да я виноват, я виноват. Я сам знаю, что я виноват. Потом тут вот это вот. Девица Перепелицына. Вот это последнее время как-то того, да, характер такой. А что, Анна Ниловна, как маменька? Да уж теперь, Егор Ильич, нечего горевать. Коли все причины злые от вас самих с первоначалу произошлись. От вас самих, снявши голову по волосам, не плачут. Послушали бы маменьку, так теперь бы и не плакались. Да-с? Наперсница маменькина. Горой за нее. Да. Ты не подумай. Она не приживалка какая-нибудь. Ну, что-то она сама подполковничья дочь. Да. Ну, что же, кто тут у нас еще? Ну... Тетка твоя, Прасковья Ильинична, ну, про это не говорю, простая, добрая, да. Про детей не говорю, сам увидишь, Сашурка, Илюшечка, вот, завтра именинник. Вот это он музицирует. Да. Есть городские гости, Павел Семенович Обноскин с матерью, вот, вот, ужинаем мы поздно, да. Фома Фомич любит позднее. А, вот уже и собираются. Угу.
Мизинчиков Иван Иванович тоже гостит. Недавно в отставку вышел из гусар, благороднейшая душа. Но знаешь, так промотался, я удивляюсь, где он успел так промотаться. Иван Иванович, Иван Иванович, позвольте представить, племянник мой Сергей Александрович. Очень приятно. А вы знаете, вы, кажется, троюродными братьями приходитесь. Да, именно троюродными. Очень приятно. Ты не удивляйся. Он все время молчит. Да. Слыхал ли здесь кто от него хотя бы и слово? Фома в насмешку прозвал его молчаливый незнакомец. И ничего не сердится. А, вот и Татьяна Ивановна. Татьяна Ивановна, Сергей Александрович. А это не узнаешь? Сашурка моя, вот как выросла, хоть сейчас под венец. Папочка. Ну, не буду, не буду. Послушайте, я хочу вас спросить. Что прикажете? Я хотел вас спросить, вы надолго приехали или нет? Ей-богу, не знаю, как дела. Дела? Какие у него могут быть дела? О, безумец. Сережа, ты, пожалуйста, стерегись. Она такая странная, знаешь, у нее что-то фантасмагорическое в характере. Обноскины. Анфиса Петровна. Да? Павел Семенович, позвольте представить. Племянник мой, Сергей Александрович, прямо из Петербурга. А, как вы из Петербурга? Совершенно верно. Да я же, признаюсь, нетерпением ждала вас сюда. О, мне надо многое услышать от вас о петербургских друзьях наших. Я, конечно, буду рад. Я редко бывал в обществе, но я буду очень рад. Анфиса Петровна, а это мой сын, Поль. Прошу. Обноскин. Сергей Александрович. Ну, хорошо. Ну, так мы еще поговорим с вами об этом. Строгой морали люди. А Павел Семенович высочайшего ума человек, знаешь, это что-то зрелое, незыблемое. Не обращай внимания. Ты главное в сторонку смотри. Анастасия Евграфовна. Сергей Александрович. А что, Анастасия Евграфовна, как Илюша? К нему Фома Фомич зашел. Захотел с Илюшей сам урок повторить. Сереженька! Тетушка! Сережа. Тетушка! Сережа. Тетушка! Ой, ну сколько ж мы не виделись, сколько ж ты в Степанчиками-то не был. Да лет 10, наверное, тетушка. Да. Ну какой же ты стал, молодец. Да, молодец, ученый. Ой. Маменька, а это наш молодой человек, Сережа, прямо из Петербурга.
Это Коровкин? Да нет, маменька, вы обознались. Это Сережа, мой племянник, а ваш внук. Это не Коровкин. Гостей-то, Егор Ильич, приглашали ученых. По большим дорогам ездят, собирают. О, это тот, вольтежер. Сережа, ты не обращай внимания, она иногда заговаривается. Ты, главное, на сердце смотри. На сердце. Да, да, сердце, сердце. Живу, леди, чаю хочу, чаю. Видно, Прасковья Ильинична забыли. Да-да, господа, прошу к столу. Анфиса Петровна, да. Павел Семенович, пожалуйте. Татьяна Ивановна, прошу вас. Сережа, прошу. Ай, господи. Да, ведь я же хотела с вами о Петербурге. Вы знаете, я, можно сказать, с наслаждением вспоминаю нашу жизнь в этой очаровательной столице. А вы знаете, что мы там были знакомы с одним домом? Ты помнишь, Поль? Это генерал Половицын. Ну, я вам скажу, о, это такой... Такой человек, очаровательный, и генеральша его жена, очаровательная. Ну, вы знаете, это такой аристократизм, это такой бумон. Ну, вы-то, вероятно, встречались. Мне очень жаль, но я уже сказал вам, что я редко бывал в обществе и совершенно не знаю генерала Половицына. Он занимался минералогией. Да? Да. Это что, брат, это там камушки всякие рассматривают, минералогии. Да, да, дядюшка, камни. Вот, 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 видите, сколько есть наук и все полезные. А я вот до сих пор прожил и не знал, что есть такая минералогия. В науках глуп, откровенно каюсь. Простите, как вы говорите, откровенно каюсь? Откровенно. Это хорошо. Что, душа моя? Анфиса Петровна, а? Извините, я вас все время прерываю. О, ну что вы, Егор Ильич, вы не беспокойтесь. Я, впрочем, уже все сказала вашему племяннику. А? А? А, нет, вот видите, только разве заключу тем, что вам, молодой человек, нужно решительно исправиться. Да, потому что я уверена, я совершенно уверена, что вы, миссия Серж, по-моему, так кажется, да? Вот, вы, миссия Серж, по-моему, в Петербурге были небольшим обожателем дам. Нет, я, конечно, знаю, что там развелось уже теперь много молодых людей, которые вообще чуждаются дамского общества. Но, по-моему, это все вольнодумцы. Да. Я не собираюсь иначе смотреть на это, как на непростительное вольнодумство. И вы меня извините, но мне кажется, молодой человек... Ну нет, просто меня это удивляет. Меня удивляет, понимаете? Ну нет, честно, я верю, что науки, искусство, а да, вот ваяние, например, они имеют свою, так сказать, обаятельную сторону. Но, по-моему, ну, они все-таки, извините, не заменяют дам. Вот. Женщины, молодой человек, женщины формируют вас. И без них невозможно. Невозможно? Невозможно. Невозможно. Послушайте. Знаете ли, что я хочу вам сказать? Вы ужасно, ужасно похожи на одного молодого человека. Очаровательного молодого человека. Сашенька, Настенька, помните? Он ужасно похож на того безумца. Ну, помните, еще мы катались и встретили. Верхом, в белом жилете. Еще он навел на меня свой лорнет, бесстыдник. Ну, помните? Ну, помните, я еще закрылась вуалью. Ну, не утерпела. Высунулась из коляски, закричала ему: «Бесстыдник!» А потом бросила
дорогу мой букет. Помните? Ничего, Сереж, ничего. И это ничего. А, вот и Евграф Ларионович. Что, брат, из города? Из города, благодетель, из города. Я прямо оттуда, отец родной. Ну, я все расскажу, все, только позвольте сначала честь заявить. Ну, вы же позволите знать мою главную черту, благодетель, я же подлец, ох, настоящий подлец. Я как вхожу в тот же час главную особу в доме ищу. Да, главную, к ней первой стопы направляю. Таким образом, с первого шага и милость, и протекцию приобрести. Позвольте, матушка барыня, ваше превосходительство, платьице ваше поцеловать. А то ведь я губами-то ручку вашу золотую генеральскую замораю. А что делать, сударыня барыня, подлец? Настеньки. Я пробовал, честно, жить, пробовал. Александра Егоровна, яблочко наше наливное, уж позвольте и вашу платьице поцеловать. От вас, барышня, яблочком пахнет всякими деликатностями. Прасковья Ильинична, матушка наша родная, ух, так упротесниться к вам не могу. Не только бы ручку, даже ножку вашу поцеловала. Ну вот как, Анфиса Петровна, мое вам всяческое уважение свидетельствует. Ох, я сегодня за вас Богу молил, на коленках со слезами, да, и за сыночка вашего. Чтоб не спаслал он ему всяческих чинов и талантов. Вот особенно талантов. Кстати, Иван Иванович, наш всенижайший, а вот пошли вам, Господь, все, что вы сами себе желаете. А то не разберешь, сударь, что сами-то вы себе желаете. Молчаливенькие такие, молчаливенькие. Здравствуй, Настенька. Вся моя мелюзга тебе кланяется, и каждый день о тебе поминают. Я записочку твою получил. Если крайность до того дошла, да хоть завтра домой. Хоть завтра. Ну вот теперь уж и хозяину большой поклон. Прямо из города вашего скорой я прямо оттуда, отец родной. Сережа, прошу. Это, верно, племянчик ваш будет, что в ученом факультете воспитывались. Почтение наше вам, всенижайший сударь, пожалуйте ручку. Да я ведь только пожать у вас ее просил, батюшка, а не поцеловать. А уж вы думали поцеловать. Нет, отец родной, пока мести щиток пожать. Вы, верно, батюшка, меня за барского шута принимаете? Да нет, помилуйте, то-то, батюшка, я... то-то, вы уважаете меня. Я еще не такой подлец, как вы думаете. Оно, впрочем, пожалуй, что и шут. Шут. А что? Польсти, польсти. Что-нибудь и выиграешь приветишкам на молочишко. Он вечно насмешит. Матушка наша благодетельница. Да ведь дурачком-то на свете лучше проживешь. Вот как бы знал, с раннего молоду в дураки бы записался, а вот теперь был бы умный-умный. А то вот как рано захотел быть умником, теперь и вышел старый дурак. О, что ж это? Что ж это благодетель-то наш главный? Фома Фомич, они что же, не прибудут, значит, к чаю? То есть как? Почему? Заходил я к ним, со двора прежде поднялся. Так, ну и что? И сказали, что в уединении чаю напьются. Да. И прибавили, что единой хлебной корочкой могут быть сыты. Да чего, ты бы спросил. А я спрашивал, и долго изволили не отвечать, заняты были. Илюшечку молодца проверяли, как они на фортепианах упражняются. Потом эту головку приподняли, и как бы впервые меня увидели. И говорят, нет, не пойду я к ним. Там теперь ученый приехал. Где нам быть подле такого светила? Так изволили выразиться. Подле светила. Так я и знал. Ведь это он про тебя. Что же теперь делать? Что делать? А по-моему, дядюшка, это такой смешной отказ, что я право удивляюсь вашему смущению. Ой, друг мой, не знаешь ты ничего.
А все от того, Егор Ильич, что вы родительницу свою не любите. Анна Дивна. Воле Фомы и Фомича не почитаетесь. А? Я вам неправды не стану говорить. Я сама подполковнича дочь, а не какая-нибудь. Это от того, что он оскорбляет мать свою. Маменька, ну помилуйте, ну где я вас оскорбляю? Это от того, что вы мрачный эгоист, Егорушка. Маменька, ну помилуйте, ну где я мрачный эгоист? Ну вот уже 5 дней вы сердитесь на меня, и Фома Фомич тоже. А за что? За что? Ну пусть судит меня. Ну пусть целый свет меня судит. Анфиса Петровна, Павел Семенович, Сергей, друг, вот ты человек посторонний. Ты беспристрастно можешь судить. Вот грудь моя. Разите. Фома Фомич честнейший, благороднейший человек. И вдобавок человек высших качеств. Но он несправедлив ко мне в данном. Успокойтесь. Егор Ильич, успокойтесь, вы убиваете маменьку. Я не убью маменьку, Анфиса Петровна, но я все скажу, все. Сережа, вот видишь, вот из-за чего началась вся эта история. Неделю назад, проезжая через наш город, бывший начальник мой, генерал Русопетов. Ну, спешу воспользоваться случаем, приглашаю к себе на обед, разумеется, рад и хожу именинником. Не понравилось Фоме Фомичу, что я хожу именинником. Да, обижают, говорят, меня обижают. Чем же, спрашиваю, Фома, тебя обижают? Вы, говорит, теперь мною пренебрегаете, вы теперь генералами заняты. Они вам дороже меня. Потряс всю мою душу. А генерал присылает сказать, что не может. Извиняется, значит, не будет. Я к Фоме успокоиться не будет. Нет, говорит, вы узы дружества разорвали. Помирюсь с вами только тогда, как докажете мне свое уважение. Чем же, спрашиваю я, докажу, Фома, тебе свое уважение. Я, говорит, сам для вас все равно, что генерал. Вот и называйте меня ваше превосходительство. Сережа, вот уж тут я не выдержал, каюсь. Я говорю, Фома, ну могу ли я решиться на это? Разве это возможное дело? Я говорю, все, что угодно для тебя сделаю. Вот ты мне велел сбрить бакенбарды, потому что в них патриотизма мало. Я же сбрил. Я поморщился и сбрил. Я говорю, все, что угодно для тебя сделаю, только откажись от генеральского сана. Нет, говорит, нет, не помирюсь, пока не скажете ваше превосходительство. Вот. Целую неделю говорить со мной не хочет. Еще ты теперь поперек дороги стал. Ну что, вот можно жить в таком положении? За что? За что, я вас спрашиваю? Я слышал, дядюшка. Не знаю, впрочем, справедливо или нет, что Фома Фомич позавидовал именинам Илюши и утверждает, что завтра он сам именинник. Признаюсь, меня эта характеристическая черта так изумила. Рождение, братец, рождение. Не именины, да, рождение. Совсем не рождение. Ну как это не рождение? Как не рождение? Вовсе не рождение. Папочка, это же вы неправду говорите, чтобы самого себя обмануть и... Фоме Фомичу угодить. Саша. А его рождение было в марте. Саша. Ну вы вспомните. Полно, Саша. Мы перед этим на Богомоле в монастырь ездили, а он сидеть никому не давал спокойно в карете. Все кричал, что ему бок раздавила подушка. И щипался. Вот тетушку со злости 2 раза ущипнул. Саша. А потом мы его в рождение пришли поздравлять. Так он рассердился, зачем не было камелий в нашем букете. И целый день киснул и куксился. Какую волю дают! Уморить хотят бабеньку! Саша, еще одно слово, и я погиб безвозвратно. Опомнись, помолчи. Нет, папочка, не хочу молчать, не буду. Мы все долго терпели из-за Фомы Фомича. Скверного вашего Фомы Фомича. То и дело, толкует, что он умница. Великодушный, благородный ученый, смесь всех добродетелей, попурри какой-то. А Фома Фомич, как дурак, всему и поверил. А вот вы увидите, он нас всех погубит. Виноват во всем папочка. Гадкий, гадкий. Фома Фомич, прямо скажу, он же глуп, капризен, заморашка, неблагодарный, тиран, сплетник. Я бы непременно, я бы сейчас же прогнала его со двора. На хлеб, на воду вас посадить. И из темной комнаты не выпускать, Саша, я. Саша.
Ничего не боюсь. Папочку защищаю, потому что он сам себя защитить не умеет. Да я бы его разорвала в куски, вашего Фому Фомича. Я бы на дуэль его вызвала и убила бы. Из двух пистолетов сразу. Папочка, ну вам ли, доброму, прекрасному и веселому, вам ли подчиняться этому скверному человеку? Насмех себя выставлять. Папочка, золотой! Папочка! Вон, негодяй! Чтобы духа его здесь не было, зачем он сюда приехал? Вон, говорю. Маменька, ведь это же Сережа. Сережа, он к нам в гости приехал. Это Сережа. Сережа? Слушать ничего не желаю. Вздор, какой Сережа. Это Коровкин. Мое предчувствие меня не обманывает. Он приехал сюда, чтобы Фому Фомича выживать. Маменька! Помилуйте, дядюшка, ну если уж дело во мне, тогда нет, я... Нет, Сережа, нет! Ты останешься, ты мой гость, и я так хочу. Маменька! Маменька! Что случилось? Ну, говори, разбойник. Фома Фомич велели быть сюда. Сейчас сами идут. Мне на экзамен, а он... А он... Плясал. Комаринского. Комаринского. А Фома Фомич застал. Застал. Дорезали. Фома Фомич. Чаю, сестрица, чаю. Послаще только, Фома Фомич любит чай послаще. Не до чаю мне вашего теперь, полковник. А мы все, что послаще. Фома, вот и племянник мой, Сергей Александрович, рекомендую. Удивляюсь, полковник, что вы как-то всегда систематически любите перебивать меня. Вам собираются о деле говорить, а вы бог знает, о чем трактуете. Вы видите Фалалея? Да, вижу, Фома. Вот и полюбуйтесь на ваше произведение в нравственном смысле. Пойди сюда, идиот. Пойди сюда, голландская ты рожа. Ну иди же, иди, не бойся, иди. С намерением Павел Семенович назвал его голландской рожей. Да вообще, знаете ли, не нахожу нужным смягчать выражение ни в каком случае. Это правда должна быть правдой. Только в глупой светской башке могут возникнуть потребности подобных приличий. Да. Скажите, беру вас судьей. Находите в этой роже прекрасное. В нем прекрасное. Да. По-моему, это просто порядочный кусок ростбифа и ничего более. Я подхожу сегодня к зеркалу, смотрюсь в него. Ну, далеко не нахожу себя красавцем, но однако же пришел к убеждению, что есть же что-нибудь в этом сером глазе, что отличает меня от какого-нибудь Фалалея. Это же ум! Это жизнь, это мысли в этом глазе. Что скажите,
если хоть клочок, отрывок души вот в этом живом бифштексе. Откуда? Не сомневайтесь, Павел Семенович. Заметьте, как у этих людей, совершенно имеющих мысли и идеала, как у них всегда, едящих одну говядину, я говорю, всегда отвратительно свеж цвет лица. Знаете, грубо и глупо свеж. Да. Теперь угодно ли вам знать степень его мышления? Ну, кто статья? Подойди поближе. Поближе. Скажи, ты прекрасен? Я прекрасен. То ли вы услышите. Есть люди, которым хочется развратить и погубить этого молодого идиота. Не знаю, может быть, я строго сужу. Фома, Фома. Может, я ошибаюсь. Фома, но я говорю из любви к человечеству. Вы знаете, что он пляшет Комаринского? Да, знаю, Фома. Так, имейте представление, что такое Комаринское? Вы знаете, что это песня? Изображает одного отвратительного мужика, покусившегося на самый безнравственный поступок в пьяном виде. Понимаете вы это или нет? Да, Фома, ну ведь это только песня. Ах, песня? Ах, только песня. А я уверен, что эта песня взята с истинного события. Отвечай мне, кто такой Комаринский? Мужик. Мужик? Да. А только мужик? Я удивляюсь. Какой-нибудь знаменитый мужик, а? Какой-нибудь замечательный мужик, если про него уже сочиняют песни и танцы. Отвечай. Ну, какой это мужик? Господский, вольный, наемный. Ну, не знаю, экономический. Вот экономический. Слышь, Павел Семенович? Новый исторический факт. А, Комаринский мужик экономический. Да. Ну и что же сделал этот мужик? Вот за какие подвиги его воспевают и выплясывают? Помилуйте, дядюшка. Я не понимаю, как можно сносить такое. Да-да. Фома, ты, кажется, того. Ну, Фома, вот мой племянник, он занимается минералогией. Рекомендую. Я вас прошу, полковник, оставить меня в покое с вашей минералогией. Вы, сколь мне известно, в ней ничего не понимаете. Да и другие-то, может быть, тоже. Ну, так что же сделал этот мужик, а? Стыдно сказать. Стыдно сказать? Да. А не стыдно делать? Вот этого ответа я и дожидался, полковник. Стыдно сказать, а не стыдно делать. Вот. Нравственность, а? Которую вы посеяли, которая взошла и которую вы теперь поливаете. Да. Ну, а какой ты сон видел сегодняшнюю ночь? Знаете, Павел Семенович, несмотря на все мои запреты, он каждую ночь видит сон про белого быка. Так? Да. Неужели ты не можешь видеть во сне, что у тебя такая изящная, нежная, благородная? Или какую-нибудь сцену из хорошего общества? Например, господ, играющих в карты. Или дам, прогуливающийся в прекрасном саду. А? Ну скажи, какой ты сон видел сегодняшнюю ночь? Про белого быка. Я начинаю думать, полковник, что Фололей нарочно подучен видеть, какие он эти сны. Да-да. Дом его пусто взяла, треклятого. Каждую ночь снится. Я с вечера молюсь, и я говорю, сон. Я говорю, не снись про белого быка. Я говорю, сон, ну не снись ты про белого быка-то. А вот тут как тут, треклятый. Ступай на кухню. Сегодня ты будешь больно и жестоко наказан. Павел Фомич. Я сказал,
Ступай. Фома, ты, кажется, слишком строг. Удивляюсь, я, Павел Семенович, что же делают все эти современные литераторы? Как они не обратят внимания на то, какие песни поет русский народ? И под какие песни пляшет русский народ? Что же делали до сих пор все эти Пушкины, Лермонтовы, Борозны, а? Я недоумеваю. Народ пляшет Камаринского. Это по фьюзу пьянство. Они воспевают какие-то незапуточки. Но почему же они не напишут более благонравных песен для народного потребления? Это социальный вопрос. Я знаю Русь, и Русь меня знает, поэтому и говорю это. Да, благодарю вас. И пусть они изобразят мне мужика. Но мужика, так сказать, облагороженного. Селянина, а не мужика. Пусть изобразят они мне этого сельского мудреца в простоте своей, пожалуй, даже в лаптях. Я на это согласен. Но преисполненного добродетелями, коим может позавидовать даже какой-нибудь, не знаю, слишком прославленный Александр Македонский. Ну, с Александром-то Македонского хоть пощадили, Фома Фомич. Нет, не пощажу. А что сделал этот ваш хваленый Александр Македонский? А? Всю землю завоевал, да? Так вы дайте мне такую же фалангу, и я ее завоюю. И вы ее завоюете, да? Да и я ее завоюю. Зато он убил добродетельного Клита, а я не убивал добродетельного Клита. Розок ему, а не прославлять его во всемирной истории. Мальчишка, прохвост. Браво, браво, это вы хорошо изобразили. Да, да, да. Маменька, тема-то какая завязалась. Фома, вот мой племянник, он тоже занимается литературой. Рекомендую. Ради бога, не рекомендуйте меня более. Иван Иванович, вот мы теперь говорили, а какого вы мнения? Я? Вы меня спрашиваете? Да, именно вас. Потому что дорожу мнением истинно умных людей, не каких-нибудь проблематических умников, которых беспрестанно выдают за ученых. Ну, если вы хотите знать мое мнение, то я с вашим мнением согласен. Все со мной согласны. Ой, даже тошно становится. Ай. Откровенно вам скажу, Павел Семенович, если за что я и уважаю его бессмертного Карамзина, то не за его историю государства российского, а за то, что он написал Фрола Силина. Это произведение чисто народное и не умрет во веки веков. Это высочайший эпос. Фрол Силин. Да, высокая эпоха. Да, я помню, я читал. Да, Фрол Силин благодетельный человек был. Он еще тогда выкупил, маменька, он выкупил двух девок. Потом смотрел на небо и плакал. Позвольте вас спросить, полковник, конечно, со всевозможной деликатностью, не мешать нам и в покое окончить наш разговор. Вы не можете судить о нашем разговоре, не можете, нет. Вы занимаетесь хозяйством, пейте чай, но оставьте литературу в покое. Она от этого ничего не потеряет, уверяю вас. Ну, да. Фоман, это да, ты да, сам да. только что говорил. Да, я говорил со знанием дела и кстати. Вот, с умом и кстати. Ну, значит, опять соврал. По крайней мере, сознаетесь. Ничего, Фома, ничего. Я на тебя не сержусь. Я же знаю, ты как друг меня останавливаешь, как родной, как брат. Это я сам позволил тебе это. Что? Позволь. Я просила бы. Просил. Ну? Конечно.
Надо, надо же знать дело, а потом уж о нем рассуждать. Да? Каюсь. Ой, каюсь, я не раз бывала в таком положении. Ой, мама, куда ни шло. Раз потешу, я вас расскажу, как я один раз срезался. Вообрази, Сергей, стояли мы... Скажите, полковник, вы долго будете рассказывать эту вашу историю? Ой, Фома, это будет чудесная история. Просто лопнуть со смеху можно. Ну, послушай, ну, ну это хорошо. Ей-богу, хорошо. Фома. Нечего делать. Приходится слушать. Да. Ну, это будет хорошо. Ну, я ручаюсь. Послушай и ты, Сергей. Это даже поучительно. Стояли мы в Красногорске. Только что пришли. В тот же вечер отправляюсь в спектакль. Превосходная актриса была Куропаткина. Она еще бежала со штаб-ротмистром Зверяковым. Пьесы не доиграли, занавес так опустили. Сижу в театре, в антракте, встаю и сталкиваюсь с прежним приятелем Корнауховым. Вот я вам доложу, единственный малый. Лет, правда, 6 не виделись, но был в компании, кое-что крестами. Да. Ну, это, разумеется, обрадовались, там тот и все. А рядом с нами, в ложе, сидят три дамы. Та, которая слева, рожа, каких свет не производил. Да нет, маменька, ну я потом узнал, благороднейшая женщина, мать семейства, осчастливила мужа. Вот. А я возьми как дурак и бряк Корнаухову. Я говорю, скажи-ка, брат, что это там за чучело выехало? Он говорит, которое это? Я говорю, да вон это. Он говорит, это моя двоюродная сестра. Я говорю, да нет. Вон та, которая оттуда, кто это? Он говорит, это моя родная сестра. Я, чтобы поправиться, говорю, да нет, брат, эх у тебя глаза. Я говорю, вон та, которая в середине-то, кто это? Он говорит, это моя жена. Я говорю, ну, брат, видал ты когда-нибудь дурака? Так вот он перед тобой, и голова его тут же, руби, не жалей. Смеется. После спектакля познакомил и, должно быть, рассказал проказнику. Уж больно смеялись. Вот, мама, как иногда можно срезаться. А ты говоришь... Кончили вы? Да, кончил, Фома. И рады? То есть как рад? Ну, легче ли вам теперь? Довольны ли вы, что разрушили приятную литературную беседу друзей, прервав их и тем самым удовлетворив свое мелкое самолюбие? Да полно, я вас просто развеселить хотел. Развеселить? Вы можете только навести уныние, а не развеселить. Развеселите. А вы знаете, что ваша история, она была почти безнравственна. Я уже не говорю, что неприлично, это само собой. Вы сейчас объявили нам с редкой грубостью чувств, что смеялись над невинностью. Над благородной дворянкой. И того только, что она не имела чести вам понравиться. И захотели, чтобы мы смеялись вместе с вами в угоду вам, потому что вы хозяин этого дома. Воля ваша, полковник. Вы можете сыскать себе прихлебателей. Можете их даже выписывать из дальних стран, и тем самым увеличивать свою свиту. Но никогда, никогда Фома Пискин не будет ни вашим льстецом, ни прихлебателем. В чем другом? Об этом уверяю вас. Нет, Фома, да. Не понял ты меня. Нет, полковник, я вас великолепно раскусил. Вас гложет самое неограниченное самолюбие. Человек в простом разговоре поневоле выгрыжил свои познания, начитанность, вкус. Так вам уже досадно, а? А вам уже не имется. Дай, мол, и я выкажу свои познания и свой вкус. А какой у вас вкус, позволение сказать? Вы в изящном смыслите столько же, извините, полковник, за откровенность, сколько смыслит, например, хоть бык в
Догадились. Да, понимаю, резко, грубо. По крайней мере, прямодушно и справедливо. Вот этого вы не услышите от ваших льстецов. Да. Эх, Фома. Что? Эх, Фома. Правда, видно, не пуховик. Ну хорошо, мы же, да, совершенно верно. Да. Потом об этом поговорим, да, потом. Я остановлю его. Ну что же, позвольте мне теперь потешить публику. И все же вам одним полковник отличаться. Хочу вам показать спектакль, Павел Семенович. Да. Вот вы видите, это чудо морское в образе человеческом. А? Нет, вы вглядитесь в него. Он съесть меня хочет. Прям живьем. Прям живьем, да. Целиком. Да. Эй, ты, ворона, пошел сюда. Да потрудитесь подвинуться поближе, Гавриил Игнатьевич. Видите ли, за грубость и в наказание изучает французский диалект. Как? Я здесь как Орфей. Смягчаю здешние нравы, да. Но не песнями, да, нет, а французским диалектом. Ну, француз, месье Шамато. Терпеть не может, когда его называют месье Шамато. Не любит. Не любит. Знаешь урок? Вытвердил. А парле во франсе? Вуй. Мусье. Желе. Парле. И емпе. Браво, маменька, ты что за какого страха боже. Что? Грубиянить вздумал, да? Я больше не могу. Сережа. Нет, Фома Фомич, не грубиянство, слова мои. Но всяк человек образ Божий на себе носит. Ага. Образ его и подобие. Мне уже 63-й год от роду. А вот такого страма, как теперь, отродясь над собой не видовал. Ну, полно, Гаврила, полно. Фома Фомич, для твоей же пользы. Нет, пускай говорит. Это все ваши плоды, полковник. Пусть говорит. Все скажу, ничего не потаю. Угу. Уж на что я, Фома Фомич, перед тобой гнусный человек? Но одно слово раб. А и мне в обиду. Я теперь в людскую не могу сойти. Француз, ты говорят. Француз. Нет, сударь Фома Фомич, не один я дурак, а уже добрые люди кругом стали говорить, что барин наш перед вами, ну, все одно, что малый ребенок. Полно. А вы такой злющий, как то есть настоящий, фу! Да прекрати! Как? Так это же бунт! Кандалы, мои Егорушка! Ну, кандалы! Немедленно отдай его в солдат! Как? Раб! Халдей, Хамлет! Как он смел оскорбить меня? Да! Назвать меня фурией! Признаюсь, я в этом случае совершенно согласен с мнением Гаврила. Что это такое? Кто это такое? Это коробка. Это Сережа. Это мой племянник из Петербурга. Это ученый. Да. Ученый, да. Это же он-то ученый, да? Либерте, галите, фратерните. Свобода, равенство и братство. Журнал «Дядя Ваня». Да, плохо знаешь, да, здесь не Петербург. Не надуешь, он да. Он же пьян. А? Да, вы. Пьян? Пьян? Да я... Да плевать. Да,
Дедеба, дедеба! По-твоему, дедеба, по-нашему, нет, брат? Врешь, слаба! Ученый, ученый! Да ты столько же знаешь, сколько я всеми разобыл! Вот какой ты ученый! Я вас искала. А я вас. Скажите, я в сумасшедшем доме или нет? Ради самого Христа подайте мне какой-нибудь совет. Куда теперь ушел дядя? Лучше не ходите туда. Я сама ушла от них. Но надо мне что-то делать. Скажите, вам известно, зачем я сюда приехал? Нет. Вы меня извините. Я просто растерян. Я чувствую, что не так бы следовало мне начать говорить об этом, особенно с вами. Но все равно, по-моему, откровенность в таких делах лучше всего. Признаюсь, то есть я хотел сказать, вы знаете намерения дядюшки? Он приказал искать ваши руки. О, какой это вздор. Не говорите этого, пожалуйста. Как вздор? Он ведь писал ко мне. Писал? Так он таки вам писал. Ах, как... Ой, как же он обещался, что не будет писать. Ах, какой! Вот этого-то я пуще всего и боялась. Боже мой! Какой это человек! А вы и поверили, и прискакали сюда, сломя голову. Вот надо было... Понимаю, каким я этим дураком стою перед вами. Ух, нет, нет, я уверена, что вы добрый, милый, умный. Благодарю вас. А право же, я искренне говорю вам это. Боже мой, они погубят, растерзают его, и все из-за меня. Отец, вы слышите даже больше, чем мой родной отец. Настасья Евграфовна, я, конечно, не имею ни малейшего права, но решаюсь предложить вам вопрос. Говорите же. Скажите откровенно, а дядя влюблен в вас? Выкиньте этот вздор из головы раз и навсегда. Да как бы был влюблен, не хотел бы меня выдать за вас. Из чего? С чего вы это взяли? Вот и они тоже подозревают, что Егор Ильич влюблен в меня, а потому и хотят женить его на Татьяне Ивановне, а меня выгнать домой к отцу для безопасности. Вот и теперь-то они кричат об этом. Дело-то идет из-за меня. Я-то уж знаю, что из-за меня. Успокойтесь. Вот я поговорю с дядюшкой, и тогда, может быть, сообщу вам что-нибудь важное. Да что вы можете мне сообщить? Я одна во всем виновата. Я одна и должна кончить все это разом. Я уж и решилась, я уйду из этого дома. Вот тогда-то они и терзать его перестанут. А может быть... знает, может быть, и свадьбу с Татьяной Ивановной на время отложит. Вот теперь я вам все рассказала. Расскажите же это ему. Скажите, скажите, чтобы он не беспокоился обо мне, что я уеду завтра же, но никогда не буду причиной его здесь мучений. Да, Стасьев Графович. Слышите? Никогда, никогда. Не нужно.
Настасья Графовна, не нужно! Надеюсь, вы позволите познакомиться с вами поближе. Давеча я с вами не смог даже сказать двух слов, а между тем с первого взгляда почувствовал желание узнать вас короче. Извольте, мне тоже приятно с вами познакомиться. Но только извините, я в отвратительном расположении духа. Да-да, я вас понимаю. Здесь много странного. Право есть над чем посмеяться. Только посмеяться? Удивляюсь вашему, как бы это сказать, хладнокровию. Давеча во время скандала я наблюдал за вами. Ребенок, Сашенька заступилась за отца, а вы... Ваша правда, но заступаться за Егора Ильича я считаю совершенно бесполезным. Это почему же? Во-первых, потому что это было бы для него просто даже унизительно. А во-вторых, это не принесло бы пользы никому. Проклятый Фома. Я уверен, что он источник всякого здешнего зла и во всем замешан. Проклятая тварь. Но вы уж, кажется, слишком на него сердитесь. Слишком. Конечно. Ведь причина-то не в нем, а в дядюшке. В дядюшке? В том-то и дело. Дядюшка... Натура всем довольная, ко всему привыкающая, характер вполне русский. Он готов кого угодно на плечах своих нести. Так он добр. Но это же благородно. Даже чересчур. Да ему просто необходимо почитать кого-нибудь благодетелем, лишь бы было кому «Ура!» кричать. Это одна из его капитальнейших черт. Да если б не было Егоров Ильичей, не было бы и Фома Фомичей. Непостижимо. Между тем, это так. Ну, а Фома во все вмешивается, дает мудрые советы. Разумеется, эти мудрые советы ужасны. Вот теперь он решил женить Егора Ильича на Татьяне Ивановне, вернее, на 500 000 приданого. Подлецы, женить на пошлой дуре. Согласен, дура. Но ведь они-то боятся, чтоб Егор Ильич не женился на гувернантке. А это разве вероятно? Это же бессмыслица. Ничего себе бессмыслица. Да Егор Ильич влюблен. По уши. Влюблен? Конечно, но только скрывает. Теперь я понимаю, что мне нужно делать. Не посвящен в ваши планы. Но у меня есть свой. Я хочу спасти Егора Ильича от брака с Татьяной Ивановной. Только я просил бы вас покорнейше сохранить все в глубочайшей тайне и не воспользоваться той идеей, которую я вам сейчас сообщу. Извольте, извольте. Прошу. Дело просто. Я хочу увести Татьяну Ивановну и жениться на ней. Как? Но вы только что утверждали. Что она дура. Да. Утверждал. Но ее назначение выйти замуж. Так она же совсем сумасшедшая. Если до сих пор не сидит в сумасшедшем доме, значит, на ней можно жениться. К тому же я сейчас весь в долгах и без копейки. И вы? Хочу изменить свой образ жизни. Тут только два средства. Или украсть, или жениться на богатой. И вы хотите сделать формальное предложение? Боже, сохрани, ну что вы, меня тотчас же выгонят. Да и она не пойдет. А вот если предложить ей побег, тотчас же пойдет. Да почему же? А вот в том-то и состоит основная мысль. Татьяна Ивановна способна завести амурное дело со всяким. Решительно со всяким, кому только придет это в голову. Ну? Давеча она рассказывала вам про франта в белом жилете. Уже по одному этому факту можете судить. Так вот, на стишки, на записочки, на вздохи вы ее тотчас приманите, а если к этому вздору намекнете еще на шелковые лестницы,
на испанские серенады, то вы можете делать с ней все, что захотите. Вот почему я и взял с вас слово, чтобы вы не воспользовались. Ну, позвольте. Да ну что, вы честны и не воспользуетесь. Кроме того случая, если захотите со мной вступить в дружелюбную сделку. Как? А я вам могу ее уступить. Что? Но с условием, что после свадьбы вы мне отдаете 50 тысяч ассигнациями. Ну, знаете ли. Но идея принадлежит мне, а за идеи берут деньги. Извините, но это так неблагородно. Фу ты какой романтизм. Вот вы кричите, что это неблагородно, а между тем все выгоды не на моей, а на ее стороне. Конечно, если смотреть с вашей точки зрения. Да вы рассудите только. Татьяна Ивановна, это такой человек, которого каждый может обидеть. А когда она Мизинчикова... И вы, конечно, будете ей настоящим мужем. Ну, натурально я вместе с ней жить не буду. Это я на чистоту сознаюсь. Так чем же вы-то лучше? Как это чем? Денег я у нее возьму только часть. Все удовольствия ей будут доставлены. Встречаясь раз в год, буду с ней амурничать, дарить сувенирчики. В остальное время вести любовную переписку, да она будет в восторге от такого романтического мужа. Ведь это же рай, а не жизнь. Так бы и всем поступать. Мужья только и драгоценны женам, когда в отсутствии. Пусть. Как? Тайну вашу обязуюсь сохранить, но товарищем в этом деле не буду. То есть? Извините меня, нет. Ищите кого-нибудь другого. Да пробовал, в том-то и штука. Я уже открыл мою мысль. И кому бы вы думали? Кому? Обноскину. Ведь это же непростительно. И что же он? Что, он согласился? Переявился с маменькой, со мной ни слова и даже избегает. Ну, впрочем, они уехали. Уехали? Ну да, сейчас же, вот после скандала. Но ведь это же ничего не значит. Это такие прощелыги. В особенности маменька. Просто все медные трубы прошла. Вот почему я и тороплюсь. Вот почему мне нужен помощник. Послушайте, я все-таки к вам еще обращусь. А вы подумайте, вот может быть сегодня ваш дядюшка сделает предложение, и тогда все пропало. Подумайте, подумайте. Сергей Александрович. Сергей Александрович, пожалуйте к дяденьке. Где он? В гостиной, один, дожидается. Кого, меня? Кончились наши красные денечки. За Фомой Фомичом послали. Я слышал какие-то крики, дядюшка. Крики, братец, крики. Всякие были крики. Маменька теперь в обмороке, все теперь в доме вверх ногами. Но я решился. Я решился, я на своем настаю. Я уже никого не боюсь, Сережа. Я им хочу показать, что и у меня есть характер. И я покажу. Сердце мое разбито, Сережа, но я должен. Я обязан поступить со всею строгостью. Да что такое случилось, дядюшка? Я расстаюсь с Фомой. Дядюшка! Ничего лучше вы не могли выдумать. И если я хоть сколько-нибудь могу способствовать этому решению, то располагайте мною на веки веков, дядюшка. Благодарю тебя, братец, благодарю, но теперь уже ничего не нужно. Или он, или я, или завтра же Фома выйдет из этого дома, или, клянусь, бросаю все и опять поступаю в гусары. Примут, дадут дивизионы прочь всю эту систему.
Что такое? Ну где же Фома Фомич? Фома Фомич не желает прийти и находит требование явиться до несовместимости грубым-с. Так что Фома Фомич очень изволили этим обидеться. Веди его! Тащи его! Силою притащи! Что такое? На что у тебя в руках эта французская тетрадка? Прочь ее! Сожги! Растопчи! Я твой господин! И я приказываю тебе не учиться французскому языку! Слава тебе, Господи! И портрет этот! Снимай, Гаврила! Прочь его! Слава Богу! Я, кажется, сейчас закричал. Друг мой, не лучше ли будет, если ты уйдешь отсюда? Я тебе потом все расскажу. Вы боитесь, дядюшка? Вы раскаиваетесь? Сережа, я докажу. Я восстал, и я докажу. Когда-нибудь я же должен был доказать. Но так как я хочу ему от дома отказать благородным образом, а если ты тут будешь свидетелем, то как-то... А? Ну, хорошо, дядюшка. Гаврила, ты это... Ну, впрочем, не рви тетрадку и сам никуда не ходи. Ты можешь понадобиться. Мои ли уши слышали такую угрозу? Так ли мне все передано? Твои, твои. Иди сюда. Успокойся. Сядь и успокойся. Хама, давай поговорим серьезно, дружески, братски. Да, именно, братский. Ты меня поймешь. Ты не маленькой, я тоже не маленькой. Оба мы в летах. Фома, мы не сходимся в некоторых пунктах. Угу. Да? И не лучше ли, брат, расстаться? Фома, я твой друг во веки веков. Я клянусь тебе всеми святыми. Вот тут, вот, 15 тысяч рублей серебром. Это, брат, все, что есть за душой, бери. Бери, смело бери. Я должен, я обязан тебя обеспечить. Ты мне ничего не должен. Потому что я никогда бы не смог тебе заплатить за все то, что ты для меня сделал. Поезжай в наш городишко. Всего 10 верст. Там есть домик, вдовы попади, как будто бы для тебя его и построили. Она продает. Занимайся литературой, науками, славу приобретешь. К нам будешь приезжать гостить. По праздникам. Мы заживем, как в раю. Я не понимаю, желаешь или нет? Деньги? А где ж они, эти деньги? Вот. Вот, Фома. Вот. Вот, ровно 15. Гаврила, возьми себе эти деньги. Они тебе, старик, могут пригодиться. Возьми. Или нет?
Нет. Дай их сперва мне, Гаврила. Дай мне эти миллионы, чтобы я притоптал, разорвал и оплевал их. Мне предлагают деньги. Подкупают меня. Боже, я ли дожил до такого часа? Смотрите, вот они ваши деньги. Вот. Вот как поступает Фома Апистки. Фома, ты возвышенный человек, Фома. Ты благороднейший из людей. Да, это я знаю. Фома, я подлец перед тобой, Фома. Да, передо мной. Фома, ну ты ошибся, я не хотел тебя подкупать. Я просто хотел, чтобы ты не нуждался, когда отсюда выйдешь. И я на колени готов. Нет, не надо. Не надо мне ваших колен, полковник, не надо. Ну, Фома, ну ты сам посуди, я был разгорячен, я был фрапирован, я был вне себя. Ну скажи, ну, чем в состоянии я загладить эту обиду? Научи, изреки, Фома. Ничем, полковник. И будьте уверены, что я завтра же отрясу прах с моих сапогов на пороге этого дома. Нет, не надо говорить про прах и про сапоги, не надо. Ты не уйдешь, Фома. Или я пойду за тобой на край света и буду идти до тех пор, пока ты не простишь меня. Я клянусь, я это сделаю. Вас простить? А понимаете ли теперь свою вину передо мной? Понимаете ли, что вы виноваты передо мной теперь стали даже тем, что давали мне здесь кусок хлеба? Вот вы доказали мне теперь, что я жил у вас как раб, как лакей, как обтирка ваших лакированных сапогов, а между тем я в чистоте моего сердца думал, что обитаю в вашем доме как друг и как брат. Не сами ли вы своими змеиными речами уверяли мне тысячу раз в этом братстве? Почему вы с первого раза не свернули мне головы, как какому-нибудь петуху, за то? Ну, хотя бы, например, за то, что он не несет яиц. Да, полковник, я стою за это сравнение. Ведь оно взято из провинциального быта, напоминает собой тривиальный тон современной литературы, но стою именно потому, что в нем видна вся бессмыслица обвинений ваших. Я виноват перед вами столько же, сколько этот предполагаемый петух, не угодивший своему легкомысленному владельцу ненесением яиц. О, как разбили вы мое сердце, полковник. Помилуйте, разве платят брату или другу деньгами? И за что же? За что же?